Завершился муниципальный этап краевого фестиваля «Формула успеха». В спортивных и творческих состязаниях приняли участие 7 школьных команд и 2 команды из сельскохозяйственного и электротехнологического техникумов. За звание победителя в зале спортивного комплекса «Триумф» развернулась нешуточная борьба. Молодежный фестиваль «Формула успеха» проводится ежегодно. Его цель – профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. Подобные мероприятия проходят у нас по всему краю. И не зря называется фестивалем «Формула успеха». Действительно, успех должен присутствовать во всем. В отдыхе, причем активный отдых, все становится все больше и больше популярным. Того соревновательный дух хотелось бы подкрепить замечательными подарками, которые приготовила краевая комиссия по делам несовершеннолетних. Памятные подарки и грамоты вы сегодня, команда-победительница, получит в награду. Всем успехов, всем удачи, с праздником! Участникам соревнования необходимо было пройти 2 этапа – интерактивный квест по станциям «Мы команда» и спортивную эстафету. Интерактивный квест состоял из 5 станций, где ребятам надо было проявить свои творческие, интеллектуальные и физические способности. Спортивная эстафета была посвящена 3 видам спорта – конному спорту, баскетболу и футболу. По итогам соревнований первое место заняла команда «СЭТ» – «Сила, энергия, труд». Второе место у команды «Здоровая смена» – школа номер 3. Третье место – «Мы из новой» – школы номер 12. Победители получили дипломы и портативные музыкальные колонки. А все команды-участницы – грамоты и браслеты «Жить здорово». Анна Монастыренко, Константин Монастыренко. Программа «События».